Всем добрый день. Ну, с вами опять Кулибин, конечно. Как вы знаете, я вот опять уже сегодня придумал одну приспособу по поводу кабачков. Кабачки резать ножом показалось мне что-то очень-очень трудно. И вот решил изобрести приспособление. Как я делал, конечно, не снимал. Покажу уже самое, сразу готовое вам. Ну, и как оно работает в действии. Мне понравилось. Вот такое сделал приспособление. Это пару досок, старая коса взял, от косы я взял только лезвие, вот это, саму, ну, буртик я болгаркой срезал, вот этот загиб, который был здесь, убрал его, чтобы был прямой нож, немножко его еще отковал, чтобы был прямой без загиба, наточил, ну, снизу, как видите, я положил вот так две доски просто. Две стойки сделал вот с такими прорезями под нож. В ноже, в косе засверлил дырки. Засверлил дырку здесь для крепежа. И здесь под ручку две дырки закрепил. Но прежде чем просверлить, потому что косу было мне не просверлить, мне пришлось нагревать ее газом до красна, потом только сверлить. И вот красный металл, когда он нагрелся, он просверлился. И закрепил вот здесь на болтик с одной стороны и с другой. И здесь также ручку закрепил я. Ну, вот так вот сделал. Пришлось сделать вот здесь в досках тоже углубление, потому что нож входит в доски. И режет кабачки. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Ну и вот давайте смотреть это все в действии. Как оно работает. Берем кабачок, ставим. Так, раз. 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 Какой надо вам толщины, такой режете. Очень удобно стало нарезать кабачки. Во-первых, быстро. Можно сделать вот такой тонкий слой и тонко нарезать. Можно и толсто нарезать, как вам угодно. Вот. Нарезаете вот так. Ну, а потом сушите. Ну, как говорится, век живи, век учись. Вот так вот и делаем. Главное не подсунуть свои пальцы. Себе не отрезать. А то можно так и пальчики себе отрезать. Смотрите внимательно. Вот, он Галя говорит, ногти подстригать можно. Ну и вот так мы нарезали кабачок с вами. Видите? Вот. Вообще очень быстро и легко. Не надо мучиться ножом их ковырять, резать, потому что ножом их резать тяжело. А вот таким приспособлением легко и просто. Всегда с вами Анатолий Кулибин.